равно порвешь веревку, Маска. За веревкой вот смотри. Шурик, просто найди веревку. Маска. А где их нет? У нас в горах идет то дождь, то снег, у вас в долине солнышко сияет. Мы линию проводим по горам, да среди скал, где только лишь одни орлы летают. Песню, которую поют теперь в 38-й мехколонне, сложил Коля Шишкин. Так что если где рифмы нет или выражение не то попадется, претензии ему. Адрес простой. Токтагульская ГЭС, Фрунзе. ЛЭП 500. Она одна такая на всем белом свете. Конечно, Шишкин не один сочинял. Бригада тоже помогала. Кто слово подкинет, кто два. На большее времени нет. Может, поэтому не все гладко и вышло. Да и то сказать, песенка для себя, для внутреннего пользования. И тут они могут позволить себе слабинку. А вот здесь, в главном своем деле, никакой. Высота опоры 40 метров, а то и все 50, да плюс 3416 метров над уровнем моря. Так что вытащил экран наверх, поставил его на место. Глядишь, надо отдыхать. Тем более соседи зовут. Соседи кочуют вниз, и этот кумыс прощальный. Чебанами уходит лето. Впереди снег и перевал Джаргард. Минуты неудач спортсмены берут тайм-аут. Что ж, возьмут тайм-аут и они. Пусть хоть на минуту будет сопот. Пусть будет певица Лилия Иванова и ее хризантемы. Даже не верится, что где-то есть большие города, толпы людей, поющие девушки, белые хризантемы. Впрочем, у них тоже есть белые хризантемы. Лед с вершин. Кто мебель собирал новую, тому знакомо. Один болт обязательно не попадает куда надо. Только шкаф 2 метра высотой, а здесь 10-этажный дом. А так все одинаково. Потянем немного тросок. Вот можно, Кирилл, немножко я подойду. Вот, потянем. Немного, Коля, чуть-чуть. Осторожно там, Толик, посадите все. А? Костя! Костя! Посадите все отсюда, пускай. Так,
смотри-то подойдет сюда. А тут видишь сколько. Вот один зов, кстати, смотри. Чуть-чуть. Да, там за мной. Дергать надо. Куда? А это туда надо дергать. Да. Да. Ну, сажай. Так, араб. Один. Еще один, без десяти один. Нормально. Пока приедем, покушаем. Да, катан, сад. Куда спешите? А? Разуться. Там кашка перевернулась. Это часто. Главное, сам не пострадал. Сейчас отдышится, приведет чувство в порядок. А парни тем временем подымут ткашку. Ткашка – это кран-трактор. Не приспособлена техника для горных троп, даже самая мощная. Люди, кстати, тоже не очень приспособлены для таких высот, даже самые привычные. Но человек все же как-то приспосабливается, держится. И как опора держит на себе все. Чтобы поднять опору, нужно 1,5-3 минуты и 2-3 дня на подготовку. И годы. Многие годы жизни на строительстве ЛЭП в Подмосковье, в Набережных Челнах, в Тюмени и в Туркмении, в Таджикистане и в Сибири. Давай, давай, давай! Они строили высокогорную ЛЭП-500 Токтагульская ГЭС Андижан. Теперь они тянут ЛЭП на север, к городу Фрунзе, замыкая тем самым кольцо объединенной энергосистемы Средней Азии. Последнее решающее звено. Стоп! Стоп! Сейчас потянет, пустите, я не услабаю там пока. Потяни волоски немного! Помоги мне тоже, он не упадет. Держать надо. Главвосток электросеть-строй базируется в Москве. И потому постоянная прописка у бригадира Виталия Фоминова московская. А на деле это здесь, в Каракуле. Он и его семья живут постоянно, а вот в Москве временно. И так свыше 10 лет. Горы, ЛЭП, друзья-линейщики. От этого не уедешь. Так, стоп, ничего не делайте. Пусть успокоится. Самый сложный участок. Стык. Узел трех хребтов. Сусамырского, Таласского, Киргизского. Тут все в один узел сошлось. Самый разгар работы. Самая-самая зима. Вот он, перевал Джаргат.
При раскатке провода скалы расчесывают его, как пук волос. Главное пройти перевал, там будет легче. Главное дать ток подстанции Фрунзенской. Ведь эту энергию так ждут на севере республики. А там будет спокойнее. Если, конечно, будет. Ведь дальше они пойдут на Джамбул, на Агадыр. И эти две линии тоже будут у всех на глазах. Они впервые свяжут энергосистему Средней Азии с единой энергосистемой страны. И это тоже главное. Первая в жизни опора была у Алмаза Арабаева в тех самых местах, где родился он и вырос, в Токтагуле. Далеко отшагала ЛЭП за эти 5 лет. Далеко ушел с нею и сам Алмаз. Ведь он стал линейщиком. Он прошел перевал Джаргард. Пять перевалов, 210 километров, 682 пикета. Сколько опор? Не сразу и скажешь. Ведь на одном пикете могут стоять и 2 опоры, и 3. Но дело сделано, и опоры стоят. А теперь очередь за малым. Ветра здесь сильные, до 40 метров в секунду. И чтобы провода не касались друг друга, надо поставить распорки. Пройти и поставить распорки. 5 перевалов, 210 километров, 682 пикета. Вершин, где тают облака, мы здесь идем, и нас тошнит немножко. И линия проходит по горам, до перевала нам еще немножко. Бери ключи и пояс не забудь, не торопись, тебя никто не гонит. В горах Тяньшаня строить нелегко, но мы пройдем с тобой и эти горы. Тягач надрывным голосом ревет, гудит металл расщелиной опоры. Ведь мы не выбираем легкий путь, а выбрав путь, всегда его проходим. Над пропастью идем по проводам, легко качаясь, словно на батуте, чтобы люди улыбались вечерам и к теплоте протягивали руки. Гудит нарынский ветер в проводах, такие, друг, у нас с тобой качели, чтоб где-то там, в далеких городах, в домах огни веселые горели. Чтоб где-то там, в далеких городах, в домах огни веселые горели.